Певец Шура послал матом журналистку, которая спросила у исполнителя о причинах его конфликта с Валей Карнавал на шоу «Битва поколений». Об этом сообщает телеграм-канал HypeHub. В опубликованном телеграм-каналом видеоролике слышно, как корреспондентка спрашивает у звезды, почему он позволил себе резкое высказывание по отношению к певице Вале Карнавал и назвала ее маленькой девочкой. Хором вместе. Собрались, дружно пожали руки друг другу и бездарность она, и бездарность ты, заявил Шура, несколько раз при этом послав журналистку. 22 сентября сообщалось, что Вале Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез Карнавал стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Тиктокерша спросила, есть ли у исполнителя к ней сильная неприязнь. «Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил Шура. Голос звезды дрожал, и она старалась не заплакать, но в итоге не смогла сдержать слез. Певица призналась, что ожидала услышать от Шуры совсем не то.